из Израиля по объектам в Южном Ливане не применяют работу единственного ливанского международного аэропорта в Бейруте. Отныне он отмен или переносов рейсов нет, передает РИА Новости. Ранее армия Израиля заявила, что минувшей ночью и этим утром след за ударами по сектору Газа нанесла удары по территории Ливана. Целями в его южных районах стала террористическая инфраструктура движения «Хамас». Накануне израильская авиация также нанесла ракетные удары в районе города Тир в Южном Ливане. Эта атака стала ответом на пуск нескольких десятков ракет с ливанской территории по поселениям на севере Израиля. Курс доллара на Мосбирже сегодня впервые с апреля прошлого года превысил 82 рубля. Как следует из данных торгов, которые приводит ТАСС, курс евро преодолел порог в 90 рублей. По мнению экспертов, курс рубль слабеет на фоне негативной внешнеэкономической конъюнктуры с увеличением импортных операций и ожидания оттока капитала, в том числе из-за выхода западных компаний. В ближайшее время экономика...